С надеждами и с большими ожиданиями приглашаю вас на большой футбол. Как всегда, с вами Василий Соловьев и Юрий Розов. Итак, поехали. Крис Сандергард, главный арбитр сегодняшнего матча. Как внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Игры. Ави. Думаю, надо бить и забивать. Не стал долго думать, просто выбил мяч из штрафной. Тяжело его отвлекать, а очень высокий процент реализации. Бить ему нельзя давать. Педро. Дани Алвес. И удар не получается. Может потому, что нога не рабочая, может потому, что не подстроился под мяч. Нам теперь знать не дано, да неинтересно. Может быть, просто встал не с той ноги. Тоже ведь вариант. Перехват, награда за его старания. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? На ударной позиции игрок Барсы. Дани Алвес. Дани Алвес открыт. Вот он получает мяч. Ави. Серхио Бускетс. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. Забили, забили. Есть. Точнёхонько угол. Тут прыгай, не прыгай, шансов достать немного. Никаких сомнений, никаких волнений. Игрок точно направляет мяч в ворота. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль вкатиться защитник не сумел. Они вроде никуда не спешат, но это они вид делают. Ослабит соперник, бить не спеши, пропало. Мяч вылетает за лицевую линию. Это будет угловой. Сегодня у него день рождения. Думаю, надо бить и забивать. Выдохнули зрители. Закончилась атака. Ждем новой, теперь уже от другой команды. Начинается она с удара от ворот. Серхио Бускетс. Совершенно понятно, что ему нужна поддержка. Отличный шанс у Барселоны. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. Это шанс. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. А что, и молодец. Ну вау.
От аута никто не умирает. Игрок, убивая мяч за пределы поля. Что творит Лионель Месси? Иньеста. А вот хорошо играют в пас, правда? Забивает гол. Когда он это делает, в половине случаев, как минимум, кажется, что партнеры вообще ему не нужны. Он горит, он светится, он настоящая звезда. И 2-0 после первого тайма. Судье дает свисток, и начинается второй тайм. Педро. Будет простреливать верхом, низом, пока не знаю. Думаю, вот момент. Хорошо располагается защитник на пути мяча. Может, да и правильно сработал судья, дал доиграть и лишь потом просвистел. Но вот о чем-то переговариваются. Решают, как именно поступить. Сергей Бускетс. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. И вот потеря в центре поля. Что творит Лионель Месси? Подкат. Перехват — награда за его старания. Каким мощным ударом. А куда попало? Это понятно. От греха, но ведь команда спасена. Неймар. Просто осигнали чужую половину поля. Расхаживают возле чужой штрафной, как возле своей. Педро. Фланговый вариант. Ищи кого-то в центре. Дани Алвес. Смотрим и любуемся на Месси. Серхио Бускетс. Дани Алвес. Ани. Вот это мы и называем плотностью игры. Творит Лионель Месси. Есть у меня ощущение, что может быть гол. И в боковую стойку мяч попадает.
Серхио Бускетс. Неймар. И довольно большим числом команда идет в атаку. Серхио Бускетс. Слева. Педро. Игрок поспешил и залез в офсайд. А вот посмотрите, оба тренера практически одновременно решаются выпустить на поле свежих игроков. Стремление добавить в активности или просто свежие силы. И кажется, можно было бы остановиться, успокоиться и мяч подержать. Но разве можно это сегодня себе позволить? Когда такие болельщики на трибунах тебя поддерживают. Они. Настолько быстро передачи, настолько быстро перемещение игроков, столько свободных вариантов, что кажется, соперника просто нет на поле. Сон. А видит партнера слева. Дани Алвес. Свободную позицию, куда бы игрок мог ускориться. И иногда это срабатывает.